Welcome. Сам бэт ханух хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр орой манай де-факто нэвтрүүлгийн зочноор Орос улсын дэд ерөнхий сайд Оросын ерөнхийлөгчийн алс дорнодын тойрогт хариуцсан бүрэн эрхэд төлөөлөгч ноён Трутнев Юрий Петрович оролцож байна. Юрий Петрович Трутнев 1956 онд Перм хотод төрсэн улс төрч бизнесмен. Оросын холбооны улсын засгийн газрын шадар сайд, Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн алс дорнодын тойрогдох бүрэн эрхт төлөөлөгч. 1996-аас 2000 онд Перм хотын дарга, 2000-аас 2004 онд Перм мужийн амбан захирагч. 2004-аас 2012 онд Оросын холбооны улсын экологи Эрдэс баялагын сайд, 2012-аас 2013 онд Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн туслах. Нэгдсэн Орос улс төрийн намын дээд зөвлөлийн гишүүн. Оросын холбооны улсын Кокушинка Карата бие хамгаалах холбоо, дэлхийн Кокушинка Каратагийн тэргүүлэгч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга. Тулааны урлагийн спортын мастер. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы находите пока вашу поездку в Монголию? Ну, я с большим удовольствием приехал в Монголию. Я был здесь не так давно, в сентябре, в составе делегации, сопровождавшей президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Угу. Еще тогда ощутил дух дружбы между нашими странами. Мы побывали у мемориала, посвященного маршалу Жукову. Ага. И, в общем, есть такое чувство дружбы, братства между народами. Знаете, после той поездки открыли границы, народы, люди уезжают друг друга без виза, два раза увеличивается, каждый день говорят. И очень хорошие такие признаки есть, монголы рады, и эти возможности, монголы очень много уезжают, и туда поезжают. И я думаю, что это очень хороший символ. И как вы находите сегодня, есть какие-то еще другие в экономическом плане, после того, как договорились три месяца назад, президенте двух стран? Вы знаете, я в правительстве Российской Федерации отвечаю за развитие Дальнего Востока. Это как раз достаточно близкая к вам территория, 36% территории страны. Сегодня развитие российского Дальнего Востока объявлено президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальным приоритетом. Угу. В течение года после того, как мы получили эту задачу, это поручение, мы работали над созданием новых инструментов развития. Мы создавали новую модель развития Дальнего Востока. И вот сейчас у нас практически первый выезд, когда мы рассказываем нашим соседям о том, как мы будем двигаться, советуемся с ними, узнаем их взгляды на развитие, их потребности. Потому что объединение взглядов разных стран, объединение экономик, объединение преимуществ всегда дает хороший результат. Вот в этой поездке, первой моей поездке официальной в этом качестве по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, у меня три страны. Это Китай, Республика Корея и Монголия. Вы встретились с нашими руководителями сегодня, да? Да. И какие сегодня, вы думаете, вопросы есть нам быстрее, срочно нужно решать именно в экономическом сотрудничестве, чтобы увеличился, чтобы решили проблемы, которые мы видим сегодня? Ничего-то такого, что вот прямо надо решать сию секунду. В то же самое время по каждому из реализуемых совместно проектов накопилось какое-то количество мелких нерешенных проблем и неточностей с обеих сторон. У меня такое ощущение, что мы нуждаемся в интенсификации диалога. Нам надо чаще общаться, чаще обсуждать эти проекты. Вот мы сейчас приехали, мы привезли с собой заместителя министра транспорта,
Во встречах участвовал вице-президент акционерного общества Российской железной дороги. И мы детально обсудили проект, связанный с модернизацией железных дорог в Монголии. Далее, мы сегодня не взяли с собой коллег, связанных с горнорудной промышленностью, но проекты в области добычи полезных ископаемых, Арденет, другие проекты тоже постоянно обсуждались. Я здесь, вернувшись домой в Москву, приглашу к себе руководителя Министерства природных ресурсов Российской Федерации Донского, тем более, что он председатель межправкомиссии по Монголии, и попрошу его тоже ускориться. Есть некоторые вопросы у обоих сторон, надо быстрее друг друга слышать. Немножко медленно работает бюрократический аппарат. Это реально, такой реально сильно сдерживает. Такое общее мнение здесь, что немножко дело идет очень долго, много разговора, особенно по модернизации, потому что сама сегодняшний уровень, единственной железной дороги в стране, одна линия, нет электричества. И очень долго по этой модернизации мы разговариваем. И сейчас большие такие транссибирские, трансазиатские, трансмонгольские, кроме трансмонгольские, большие региональные дороги развиваются, другие связи с Европой и Азией. И как бы в Монголии мы чувствуем, что из-за того, что эта модернизация быстро не идет, мы как бы остаемся от этого большой интеграции Азии и Европы. Ну, первое, я с вами согласен. Я ровно это и сказал, что действительно, на мой взгляд, двигаемся несколько медленно. Причем с обеих сторон. В целом проект двигается. Благодаря модернизации уже сегодня объем перевозки возрос на 30%. Это совсем не так плохо. В то же самое время возникает много вроде бы мелких технических препятствий. Ну, назову, например, одно. Вот сегодня мы касались вопроса, связанного с заменой акционера с монгольской стороны. Там предлагается поменять акционера, ввести Министерство имущества, насколько я понял. Это ваше право. Вы, естественно, можете поступать со своей частью акционерного капитала так, как угодно. Но это время мы время потеряли. Это именно поэтому. Ну, конечно. Поэтому нам надо просто вместе поработать над процедурами и сосредоточиться над тем, чтобы не мешать друг другу какими-то мелкими бюрократическими процедурами, а просто двигаться вперед. Мне показалось, вы знаете, что я встречался с руководством только что избранного правительства. Практически одни из первых встреч у них получились. Мне показалось, что у них очень деловой настрой. Вот, особенно хотел бы выделить встречу с председателем правительства, она только что закончилась. У меня возникло ощущение, что он действительно настроен на очень предметную и быструю работу. Я надеюсь, что у него все получится. Пожелал ему успеха. У монголов, у людей создалось такое впечатление, что как после трех президентов встречи, которая очень историческая для нас и будет, мы надеемся, все, каждый год, и Монголия как бы будет место, где встречаются две разные ширины колеи железной дороги, где мы можем быстрее, наверное, сделать этот сервис транзита, трансфера, да, между груз. Как вы смотрите на это? Я считаю, что это необходимо делать, это нормальный процесс. Вообще, любая страна должна разыгрывать свои преимущества. Я думаю, что вы лучше знаете преимущества Монголии, чем я. Я здесь всего пока несколько часов. Но совершенно очевидно, что в том числе это преимущество, связанное с логистикой, преимущество, заключающееся в том, что Монголия находится между двумя соседями, объем товарооборота у которых вообще-то 88 миллиардов долларов в год. Это довольно большой поток. Поэтому помочь в организации этого потока, поработать, извините уж простым русским языком, заработать на логистике совершенно светлое. Вот именно это мы ожидаем, и мы очень рады, что есть большая поддержка с двух наших соседних стран.
И мы надеемся, мы будем таким местом, где эта торговля увеличится еще быстрее. Есть такое понятие, много сделать такой разговор, степной путь. Даже говорю степной путь Путина. Что через Монголию железные дороги, автодороги быстрее, короче. И как вы смотрите на эти концепции сегодня? А я уже сказал, что логистическое преимущество одно из явных имеющихся преимуществ Монголии. Его надо использовать. А потом, вот вы знаете, совсем недавно прошел саммит АТЭС. Встречались все лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Да, в Пекине. Я имел честь в нем участвовать. Я просто смотрел на происходящее и ощущал, что вот сейчас, день за днем, создается новая картина мира, создается новый полюс экономики. Что, уж извиняюсь, но Европа потихонечку отстает в экономическом развитии, что сегодня центр развития переходит сюда. Поэтому каждой стране важно правильно найти свое место в этом развитии. И надеяться только на полезные ископаемые страны. Полезные ископаемые — это хорошо, их надо разрабатывать, надо делать так, чтобы максимальное количество прибавочной стоимости оставалось в стране. Это задача и для нас, для россиян. Вы знаете, что Россия тоже достаточно богата, и для вас. Но самое главное — найти свои преимущества, найти свой путь и найти свое место в новой картине мира. Она точно образуется вот сейчас, здесь и в этом регионе. Welcome. Вы были министром природных ресурсов. Был. Да, и господин Донской был вашим заместителем, правильно? И недавно господин Донской сказал, что дальнейшее развитие железной дороги в Монголии будем рассматривать в связи с использованием природных ресурсов. И в связи с этим мы думали, у вас есть большой природный тоже ресурсы на близко к нашей границе, особенно в Тове, эликстийский такой есть большое месторождение коксующих углей, и с которого через, если железная дорога, и которые мы сейчас уже планы идут из Эрденета дойти до одного месторождения Монголии и потом до Тувы, который сделает ближе это месторождение коксующих углей к Китаю через Монголию, используя. Как вы на проекте думаете, это насколько реально? Потому что железная дорога идет с той стороны тоже. Вы знаете, это реально. Но прежде всего, чтобы реализовывать такие проекты, надо искать новые механизмы их финансирования. Вот мы сегодня обсуждали возможность строительства ответвления железной дороги в сторону месторождения Эрденет. И там со стороны вашего руководства правительства прозвучало предложение по механизму концессии. Мне кажется, что это абсолютно правильное предложение, потому что концессия позволяет не просто откуда-то изыскивать деньги, она позволяет вкладывать деньги на возвратной основе, когда в период эксплуатации, конечно, это возвращается обратно. Вот сейчас нужны такие механизмы, потому что такие тучные года, вот именно, когда денег хватало на все, и их можно было расходовать на проекты, не заботясь о сроках их окупаемости, они, в общем, скорее всего, прошли. В этом направлении наши перестарались, конечно. Да, поэтому сейчас надо изыскивать правильные и технологичные способы финансирования. Но такие способы существуют, и концессия один из них. Знаете, когда мы смотрим на концессию, например, мы смотрим на развитие железной дороги в Монголии, некоторые вопросы, наши говорят так, я не знаю, насколько это реально, говорят, что есть государственные договора с 1949 года. И как-то железная дорога работает сегодня с убытком, вместо того, что с прибылью работает. И как это решить? Как долго какое-нибудь хозяйство может идти с убытком? Как мы можем решить эти вопросы? Вы уж извините, я отвечу на этот вопрос прямо.
как я думаю, ни одно хозяйство не должно вестись с убытком. Конечно. Вообще. Такого вообще не должно быть. Факта такового. Поэтому всегда существуют в таких процессах две стороны. Это расходная и доходная часть. Первое. Чаще всего такие услуги оказывают государственные компании. В отличие от частных, они не всегда настолько детально считают деньги. Частникам это необходимо, потому что если ты там плохо посчитал деньги, на утро у тебя этих денег нет вовсе. К сожалению, у нас вообще это сильно. Государственная компания иногда может немножко спокойнее к этому относиться. Поэтому первое – это жесточайший контроль за эффективностью работы с точки зрения расходования средств. А вторая сторона – вот после того, как посчитали и поняли, что эти услуги стоят, извиняюсь, ну там, не знаю, 100 рублей, то заплатить надо 100. Нельзя заплатить 99, потому что это обман. Это просто ты создаешь задолженность, которая все равно потом или сломает эту организацию, или приведет к каким-то другим плохим последствиям. Поэтому нельзя обманывать людей, нельзя. Всем всегда хочется быть хорошими и держать низкие тарифы, там, низкие цены, еще что-то. Но и поэтому ну, государственные, чтобы государство меньше вмешивалось и цены устанавливали на хозяйственные единицы. И поэтому, как вы смотрите, если, например, это железная дорога, совместное предприятие двух государств, если бы сделать это такое public company, как shareholding, чтобы люди покупали акции. Я понимаю, что вы говорите. А нельзя ли это так делать? Лучше ли это не сделать? Первое. Можно. Можно. Государство должно, естественно, защищать интересы своих граждан. И, собственно, вся система тарифного регулирования с этим связана. Только еще раз говорю, система тарифного регулирования не должна загонять компании в убытки. Если она загоняет их в убытки, то ничего хорошего не произойдет. Даже, да. Конечно. Вот. Что касается постепенного перехода на деятельность публичных компаний, на возможность продажи их акций, ну, в общем, на возможность работы на рынке, то здесь ситуация простая. Первое, как направление это абсолютно правильно, не вызывает сомнений. Надо только посчитать. Соответствует ли уровень доходов населения, соответствует ли уровень прибыльности предприятий тому, чтобы так работать. Это не факт, что вот пока конкретно... Но с другой стороны, как долго можно знать? У нас тарифы, тарифы очень маленькие. Отвечу. И говорят, что хорошо. Не очень долго. Но если мы говорим о том, что все-таки надо поработать над подъемом доходов населения и поднять тарифы тогда, когда это для населения будет посильно, то это нормальный подход. На какое-то количество времени можно ждать. Плохо, когда эти решения начинают откладываться годами. Когда годами правительство не берет на себя ответственность и говорит, лучше мы тут будем хорошими, ну а там компании будут плохими или еще кто-то плохим будет и устанавливают убыточный тариф. В эту ситуацию нельзя попадать. Хорошо. А вот кроме железной дороги, мы в этом субрегионе Дальнего Востока, Азии, да, мы тоже говорим о северо-восточной Азии. Здесь, как вы смотрите, участие Монголии в этой экономической интеграции, без которой просто даже я приехал для того, чтобы попробовать вместе с вами понять эту роль Монголии в интеграционных процессах, в процессах развития экономики. Вот одна из моих важных задач в поездке была просто ознакомительная. Я, во-первых, очень подробно рассказывал о том, что делаем мы, потому что мы соседи. Вы должны знать, что у нас происходит. Если вы будете знать, вы сможете подготовиться к этим процессам и встроиться в них так, как это вам выгодно и удобно. Uh-huh. Вот это первая такая познавательная часть. Вторая, я просто, конечно, пытался и буду пытаться понять, что может быть выгодно и интересно вместе России, Монголии
Китаю, потому что в любом случае мы обречены на сотрудничество. Мы все вместе живем, мы все вместе работаем. У нас переплетены экономики, у нас полное взаимопонимание между лидерами, у нас близкие курсы, близкое понимание мира. Мы обязаны работать вместе. Поэтому я не хочу вам сказать, что вот я прилетел с утра, и я знаю ответы на все вопросы. Я хочу просто сказать, что я буду пытаться в этом разбираться, буду просить своих коллег, членов российского правительства, тоже больше внимания уделять этим вопросам. Считаю это очень важно. Я думаю, что это очень хорошее начало, и больше такие поездки, визиты, и больше будут Монголии тоже приезжать в Россию. Немножко на другую тему. Как мы можем сделать так, чтобы люди, народная дипломатия больше работала? Что мы в этом плане? У нас много есть людей, которые закончили университеты в СССР вообще, а в России. И близкие, исторические близкие соседи. Что вы просто на первый взгляд у вас приходит? На первый взгляд все очень просто. Первое, надо поддерживать все то хорошее, что было. Mm-hmm. Обучение. Mm-hmm. Вот я, например, родился и значительную часть своей жизни прожил в городе Перми. В Перми есть Пермское хореографическое училище. Вообще-то одно из знаменитых. Да. Достаточно много, граждан Монголии заканчивали это училище. Я об этом хорошо знаю. Отзывы о ваших молодых учениках в городе хорошие. Это надо продолжать. Это соприкосновение культур. Поэтому надо учиться друг у друга. Вот то, что вы сказали о визовом, о упрощении обмена, о безвизовом, точнее, режиме, это тоже очень важно, потому что чем больше мы будем друг к другу ездить, тем лучше будем друг друга понимать. Поэтому для того, чтобы, как вы сформулировали, работали принципы народной дипломатии, надо, чтобы народы как можно больше общались. У меня ощущение, что у нас очень хорошее взаимопонимание. Мы в обоих странах спорт очень любим. У вас замечательные борцы, у нас тоже. Вот именно спорт. Какие виды спорта, кстати? Вы мастер спорта по карате, кёкусинкай. И вы занимаетесь каждый день, и вы человек близко к спорту. Какие виды спорта могут действительно, на ваш взгляд, могут более сближать людей? Ну, все виды спорта нельзя навязывать. Mm-hmm. Надо предоставлять людям условия заниматься. Я не знаю ответа на вопрос, почему монгольские борцы одни из лучших в мире. Ну вот они одни из лучших в мире и все. Я не знаю ответа на вопрос, почему именно россияне лучшие в боевых искусствах. Мы 2 года в мире происходили всемирные игры боевых искусств, и оба раза мы убедительно разгромили всех остальных. И вы как раз тот человек, который может ответить на второй вопрос. Как вы столько лет занимались? Вы то, что вы взяли за карате, за какой-нибудь спорт, всегда у вас очень большие спортивные успехи. В чем секрет? Я упрямый очень. Упрямый? Из всех видов спорта, которые вы занимались, и я понимаю, тоже вы авторадой занимаетесь, mm-hmm. которые вы больше нравитесь, вам больше нравится? Ну, все-таки, наверное, карате. Все-таки единоборство. Я, может быть, сейчас немножко ушел от карате, сейчас немножко шире стал мой взгляд на боевые искусства, но все-таки это боевые искусства. И дело в том, что они, на мой взгляд, никому ничего не навязываю, они в большей степени помогают формировать характер. Единоборство — это совсем не только мышцы и набор технических приемов. Самое главное — это дух. И если он у тебя есть, если он у тебя твердый, ты можешь выиграть. Если дух у тебя недостаточно твердый, ты все равно проиграешь. У вас очень твердый дух. Вы были мэром города. Был. И когда вы были... У нас, например, у нас единственный самый большой город, вот Улан-Батор. Мэр города здесь... Вот все успехи и неуспехи идут туда. И самое было, что тяжело для быть мэром города в то время, когда вы работали в Перми. Ну, я пришел работать в качестве мэра города в очень интересное время. Это был как раз перелом. Это были 90-е годы, когда у нас менялось
общественно-экономической формации. Очень быстро тогда. Скажу честно, было очень сложно, потому что у нас заводы некоторые останавливались. Люди не получали заработную плату. Я был мэром, а люди перегородили магистраль транссибирскую. И я выехал туда, я говорю, слушайте, так же нельзя, люди домой спешат, надо поезда пропустить. Они говорят, а нам нечего есть, нечем детей кормить. Я в течение 2 дней решил этот вопрос, хотя, в общем, никаких особых ресурсов на решение этого вопроса у меня не было. Не буду сейчас рассказывать, решил. Вот. И мы из вот этого состояния 90-х, в состояние то, в котором мы находимся сейчас, за 25 лет, мы перешли, действительно перешли в другое столетие. Россия стала совсем другой. Вы знаете, сейчас это 6-я экономика мира. Да? Поэтому, когда начинали, было, с одной стороны, очень сложно, а с другой стороны, очень просто. Потому что город был чумазый, запущенный, фасады были разноцветные. И просто, знаете, засучив рукава и наведя порядок, ты сразу вызывал у людей хорошие положительные эмоции. Они говорили, о, в городе порядок. Надо же, приличный парень оказывается. Ага, с порядка начался. Глава города, конечно. Ага. У меня лозунг был, когда я шел на выборы, неудобно сказать, сила, порядок, уверенность. Меня под этим лозунгом выбрали. Опять спортивный такой подход. Так получилось. И поэтому, наверное, на вас возлагали большую надежду и президент, правый полномочный представитель президента России в этом большом округе, да, дальневосточный округ. И как вы смотрите, где вы будете принимать эти, или вы считаете, что ваш, какой у вас приоритет по развитию дальневосточного? Вы знаете, я очень личностно отношусь к выполнению этой задачи. Я действительно считаю это, может быть, самым важным из того, чего я в жизни должен добиться. А сейчас мы подбираем инструменты. Мы рассказываем всем про территорию опережающего развития, инструменты поддержки инвестиционных проектов, Фонд развития Дальнего Востока. Вот сейчас начинаем налаживать международное сотрудничество. И я могу честно сказать, это все новые формы, которые в России до этого в таких, вот, таким образом не применялись. Поэтому шаг вперед мы сделали. Но это половина правды. Потому что вторая половина правды заключается в том, что мы сейчас уже совершенно точно видим, что этого недостаточно. Для того, чтобы быстро поднять такую территорию огромную, этого не хватит. А мы должны поднять быстро, потому что если сейчас сказать, что, уважаемый Владимир Владимирович, мы там к 2030 году все сделаем хорошо, то это просто несерьезно совершенно. Надо, чтобы движение почувствовалось уже в течение ближайших 3, там, максимум 5 лет. Поэтому мы сейчас думаем над шагом номер 2. Это пока профессиональная тайна. Мы постараемся придумать ряд предложений, принести их на рассмотрение президенту Российской Федерации. Очень надеюсь на его поддержку и будем наращивать динамику развития Дальнего Востока. Вместе, обязательно вместе с друзьями и соседями. Welcome. Как-то было несколько лет назад объявление, что будет политический. В России будет 2 центра, 2 как бы столицы, 2 столицы будет на востоке, Хабаровск и так далее. И там вы организовали АТС, где вы являетесь главным игроком. И как вы сделали то, что хотели с АТС и с Хабаровском, с развитием, с новым развитием города? Вы знаете, Россия единая страна и всегда будет единой страной. Поэтому говорить там о разных центрах, мне кажется, не совсем правильно. Я бы немножечко сказал по-другому. Вот в мире точно образуется 2-й центр. Последнее время некоторые наши коллеги за рубежом хотят видеть мир таким однополярным, а он таким не получится. Он в любом случае будет иметь 2 полюса. И вот в странах Азиатско-Тихоокеанского региона точно образуется 2-й полюс, потому что здесь находятся страны с наиболее быстро развивающейся экономикой. Здесь темпы роста экономики в 2-2,5 раза выше, чем в Европе. Здесь людей живет 4 миллиарда человек. Здесь объем ВВП гигантский.
Вот мы хотим в этом развитии, в этом центре принимать достойное участие. Это несомненно, и мы хотим, чтобы тоже быть частью этого развития. И то, что все происходит, ваш визит, предыдущие разговоры наших президентов, и, надеюсь, следующие визиты и в дальнейшем будут хорошие шаги в этом плане. Вы работали помощником президента Путина. Как вы первый раз его встретили? Владимир Владимирович приехал в наш город. Я в то время работал губернатором. Просто встретил его, рассказывал о наших делах, отвечал на вопросы. Вопросов он задавал много, самых разнообразных. Ну вот, собственно, и все. Он вернулся в Москву, а через два или три месяца позвонил, пригласил в Москву и предложил работать министром природных ресурсов. Вот примерно такое знакомство было. А вы занимаетесь вместе или нет? Нет, у нас разные стили. И у Владимира Владимировича настолько жесткий график, что, в общем, наверное, в него трудно как-то встраиваться. Я не знаю, как он умудряется планировать свое личное время. Я бываю с ним иногда в командировках, вижу, насколько этот график уплотнен. Тут нет комментариев совершенно. У вас почти та же самая графика. И как вы тоже справитесь? Как? С чего состоит ваш каждый день? Занимаетесь каждое утро или чем, или как? Я обязательно занимаюсь каждое утро. И, ну, это скорее разминка. Если есть возможность тренироваться вечером, то тренируюсь. В Москве это получается не менее 3-4 раз в неделю. В поездке иногда получается хуже. Но я стараюсь. Пожалуйста, скажите несколько слов о вашей семье. Семья у меня хорошая. Они меня ждут. Обижаются за то, что я очень много путешествую. У меня 5 детей. В семье практически культивируется спорт. Младший сын, по-моему, 2-кратный чемпион Европы и 5-кратный чемпион России по ушу. Дочь Маша старшая, третий призер мира по ушу. Вот маленькая Женька пока еще ничего не чемпион, пока еще только растет. Но она, скорее всего, будет заниматься художественной гимнастикой. Это она сама определяет, они у нас самостоятельные все. Мы хотели бы иметь больше беседы на всех уровнях между двумя странами. И очень рады этой возможности, которые произошли с безвизовым режимом между двумя странами. И ваш визит, и наши разговоры. Для того, чтобы решать вопросы вы на своем уровне, с нашими чиновниками и со мной, с монгольскими людьми. Спасибо за то, что были мои гости, за такое откровение. Разговор. И я учился в МГУ, и пока не забыл русский, понимаете. Я вижу. И продолжаю вынести. Мы стараемся, чтобы люди больше разговаривали между Россией и Монголией. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.